Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать. Это наш YouTube-канал и это свежий выпуск. Фанаты и поклонники известной российской актрисы театра и кино Алены Хмельницкой не могут поверить в эту трагедию. Они сообщают нам о том, что актриса Алена Хмельницкая пропала с поля зрения. В России ее давно не видно. В фильмах она не снимается. Мы провели собственное расследование. И вот что мы узнали. А оказывается, Алена Хмельницкая сейчас находится в Волгограде в одной из частных психиатрических клиник. Там она проходит обследование. Об этом сообщила нам ее лучшая подруга. Что произошло с актрисой, непонятно. Все тщательно скрывается от нас. Родственники отказываются что-либо рассказывать. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале, и уже завтра рано утром сообщим вам, друзья, подробности этой всей трагедии.